Превышение скорости и резкое перестроение привели к трагедии. Вечером в воскресенье на Шереметьевском проспекте водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и на скорости вылетел с дороги на тротуар, прямо на пешехода. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте происшествия. Последствия аварии могли быть еще трагичней. Управление автомобилем водитель потерял неподалеку от автобусной остановки. Был ли он пьян, пока не уточняется. По словам сотрудников ГИБДД, видимых признаков опьянения у виновника трагедии замечено не было.